Привет! В этом видео будет не только спидпейнт, но и обзор на кота. This video is gonna be in Russian, but before we start, let me tell you about giveaway. In collaboration with XP Pen, two wireless tablets will be given away to two of my subscribers. Deco Mini 7W plus colorable Phoenix models. All you have to do is subscribe to our YouTube channels and Instagram. Use the link in the description to take part in this giveaway. Несколько месяцев назад XP Pen прислал мне их планшет Artist 24 Pro на обзор, но по состоянию здоровья я не смогла его сделать вовремя. Извините, кто ждал. Я в обзорах профан, так что расскажу просто о своих ощущениях. Этот планшет диагональю 23,8, так что это самый крупный планшет, на котором я рисовала, и самый тяжелый. Честно, я это не сладко достала. До этого я рисовала на Huion GT220 диагональю 21,5, а до него Wacom Cintiq 13, соответственно, диагональ 13. Однако с последним я не смогу провести параллель, потому что это было очень давно и неправда. Artist 24 идет QHD, то есть 2K-дисплей. Я холоп, не особо шарю в разрешениях выше 1080, знаю только то, что мой ноутбук в играх кряхтит с разрешением 2К. Поэтому каких-то особых волшебных плюх от большого разрешения я не нашла. Планшеты я обычно использую как основной монитор, так что с XP Pen по размеру тут вообще кинотеатр. Размер, конечно, хорошо, но нужно помнить, что под такой планшет требуется много места на столе. Стол у меня маленький, уместить я уместила, но распаковку сделать бы не смогла. Поэтому я на балу. На балу. Подставка регулируется удобно. В комплекте идет сетевой адаптер, перчатка, крепление для стилуса, отвертка, стилус, модный футляр для запасного стилуса, или как в одном видео его назвали, саркофаг для пера. С обратной стороны место для сменных наконечников. Тряпочка с инструкциями, два шнура питания, HDMI и USB-C с переходником. Экран идет уже с матовой пленкой. Я как дурак уже успела поцарапать. Но насколько знаю, на AliExpress у XP Pen продается пленка отдельная, и в случае чего ее можно будет обновить. По краям есть по 10 горячих клавиш и 2 колеса. Марс. Он гораздо больше хуёна. Я думала, ща как подключу себе 3 монитора, но не особо они умещаются друг с другом. К слову, горячие клавиши на планшете — это очень удобно. Я еще со времен Синтика как отучилась от клавы, так теперь жить не могу без кнопочек. Однако я уже давно пользуюсь XP Pen-овским пультом. Его можно держать хоть под стулом. Чего для ленивых и скоростных. Сзади есть 2 дополнительных USB, можно подключить мышку или еще чего. Долго я ковыряла с этой штукой, боясь сломать, но все оказалось намного проще. Крепление для пера, кстати, вообще гениальная штука, я считаю. Я, конечно, все равно умудряюсь забывать про нее и терять перо, но большую часть времени оно висит тут. Сверху идут 5 сенсорных кнопок. У Huion была проблема, если это вообще проблема, когда вела линии медленно, они шли волнами. Быстро же норм, с кругами наоборот. Быстрые, ломанные, медленные, ровные. У XP Pen я такого не заметила. Круги кривые тут, потому что я кривая. Что на Huion, что на этом планшете, у меня небольшие проблемы с калибровкой. В зависимости от положения и наклона пера, курсор ходит в разные стороны. Возможно, это на всех дисплеях графичных, но тут меня особенно раздражало, когда я делала лайн. Huion я как-то настроила и стало нормально, а у XP Pen пока что не получается.
на текстурных кистях, и когда мажешь, естественно, это незаметно. Но, возможно, я выпендрюсь. Перо поддерживает наклон 60 градусов. Со вторым пером у меня были небольшие проблемы. Оно медленно отвлекалось, то есть, когда я быстро тыкала на другой инструмент, ничего не происходило. Я обычно быстро и уже рефлекторно тыкаю интерфейс, поэтому я могла раз 5 тыкнуть в одно место и только спустя время понять, что что-то не так. Когда отрывала стилус от планшета, от кисти оставались небольшие хвосты. Попробовав второй стилус, стало понятно, что первый бракован. Так и дела. Хотя чё я жалуюсь, в вакууме вообще по стандарту одно перо. Цена этого планшета $900, либо 800, если покупать на Алиэкспрессе. Чисто по моим ощущениям, планшет очень качественный. Насчет размера тут у всех индивидуально. 24 дюйма размер удобный, особенно если у вас есть большой стол, кронштейн, то уф, супер. Но я привыкшая часто отдалять свои рисунки и смотреть на общую картину, поэтому есть ощущение, что он слегка для меня великоват. Мне кажется, 21,5 был оптимальный размер. Правда, я уже так привык к большому планшету. Мне кажется, я сейчас пересяду на меньший и... В следующем месяце я постараюсь сделать обзор на другой планшет другой фирмы диагональю 15,6. Как раз сравним с меньшим размером. Я все так же считаю бюджетные модели графических дисплеев более выгодным вариантом, особенно для новичков, либо для покупки вашего первого экранника. Сейчас на рынке очень много разных моделей экранных планшетов, поэтому выбор у вас большой. Возможно, я не сказала ничего нового, а возможно, кому-то этот обзор будет полезен. Я оставила все ссылочки на планшет в описании, и дальше только SpinPaint. А, и не забывайте про лотерею. Про лотерею. Господи, русский, не покидай меня.